В результате обвала трещины образовались и на самой дороге. Частично разрушено бетонное ограждение тротуаром. Брусчатка ушла вниз по склону вместе с землей. Сейчас аварийный участок занимает около 6 метров. Такая картина сегодня для многих оказалась неприятным сюрпризом. Прохожим пришлось обходить препятствия, деля дорогу с автомобилями. Я постоянно здесь хожу, потому что я через переход не могу. Я здесь хожу и вот сейчас... При вас все это увидят. Сейчас мы просто обалдели. Дожди бывают здесь попозже. Мы туристы, мы идем здесь первый раз, вот, и нас немножко это расстроило, что мы не можем пройти дальше. Хотелось бы починить, чтобы туристам удобнее было ходить. Горожан спешат успокоить в администрации города. Информация отправлена в соответствующее ведомство. Вопрос взят в работу.